Я думаю, как-то еще один рассказ там будет. О, Саша. Да. Значит, я на почту все отправила, костюм химчистки, кофе и история на миллион. Слушай, я заказываю кофе, а они мне поменяли стаканчик, понимаешь, в другие Все деньги. Потом. О, Саня, стой. Я как раз тебя озвучивать иду. Слушай, я тебе не рассказывал, как вчера фонограмму перепутал. История огонь. Представляешь, это звезда, ну ты знаешь, о ком я говорю. Александр, а мы с вами так похожи. Мы случайно не родственники. Вот была бы история для вашей книги. Кстати, мой двоюродный брат один раз мне рассказал такую историю, что если вы бы что, я... Вы что, сговорились, что ли? Вы своими историями идите на... Icos.com. А я выберу 5 лучших, и вместе мы снимем фильм.